have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. У нас тут вроде немножко посветлело, или уж не знаю как. Пытаемся мы выбраться из ледяной ловушки. Из того, что случилось, мы до сих пор не знаем, где наш корабль. Как потеряли его в конце прошлой серии, так мы его больше и не видели. И сейчас примерно 50 на 50. Найдем мы его еще или нет? Ну что... Вполне нам могут сделать так, что... А вот все, больше нет кораблика. Или же его все-таки где-то вынесет сейчас, нам придется его чинить. Ну, сохранение прошло, кстати. Посмотрим. Ветра и зона ветров осталась там, за этим айсбергом. Мы нашли еще одного в прошлой серии путешественника, который... Ну, видимо, замерз насмерть, потому что его корабль был окован льдами. А, еще чемоданчик. Ладно, берем чемодан. А, тут чемоданчиков много сейчас. Очень много. Нет! Я ж, кстати, за все это время ни разу не нырнул. Что интересно. На льду оказывается скользко. Ну, это, ну, в смысле, оказывается, логично, да. Стой, да? Это же ты, дружище. Фух. Его все-таки вынесло. Я сейчас бегаю за чемоданчиками, за починочкой. Заставила меня игра поволноваться. Не буду скрывать... Блин, это ж куча всего там сейчас. Давайте я за кадром сбегаю, сейчас вернемся. Оп, и мы уже здесь. 4 раза пришлось сбегать, но вот я притащил даже нашу починочку, которая была. Мы ею же сейчас, наверное, ей и будем приводить корабль в порядок. Ну что, у нас тут плохо абсолютно все сейчас. Прямо под нами что-то? А, вон там починка спереди валяется. То есть нам в любом случае дали бы новенькую. Но зачем новенькую? Если у нас есть наша старенькая. А починка, которая была на корабле... А, вон она внизу валяется. Там осталось 2. И тут осталось 2. Так, давай. Эти. Скинь. Сейчас мы... Опа, один грузик сюда повесим. И вот это сейчас сходим, заберем целенькую. Ну что ж, похоже, разогреваем. Нет, надо... ну, что мы гребем-то? Надо же парус поднять. Я думаю, ну... Я думаю, она сейчас просто сдует. Ой, блин, это что же чинить надо? Что-то такие звуки... Все трещит и ломается. Пойдем. Да, я знаю, я зря топливо потратил. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть, нас спустило на воду наконец-то. Есть. Грести сейчас бесполезно. А вот... Хотя... По-моему, вот этими активными движениями и тем, что мы разогрели печку, мы как раз... И разломали кусок льда. Ну-ка. Ова! Есть! Пошли! С куском льда, но пошли же!
почему нас так странно показывает боком? Да, движок остановился и... О, все, 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 наконец нас отпустило. Reunited, объединенное, объединение, не, объединенное. Ну, я бы, да, лучше бы не назвал. Наконец-то меня с корабликом объединили обратно. Вот это его унесло, конечно. Ух. Пойдем пока что так, под парусом. Немножко жаль, что там игрушку пришлось бросить. Но по-хорошему нужно было бы, наверное, идти с ней и принести ее на корабль. Я думаю, что есть ачивка, если собрать все игрушки на корабле. Ну, получилось так, как получилось. Потому что я больше с практической точки зрения действовал. Опять же, если я действовал с практической точки зрения, почему я не взял с собой целую починку? Не спрашивайте, тут куча нелогических действий. Просто оставьте все как есть. Ветер меняется, но я не буду... А, в смысле, меняется все, ветер... Да, ветер просто изменил направление, но он все-таки есть. Хорошо. Буду время от времени поглядывать на радар. Сейчас, если мы об какой-то айсберг не шваркнемся, то, в принципе, будет норм. Хотя, вот посмотрите, ну, на заднем фоне, видите, мы подплываем к чему-то такому. А если, ну, я понимаю, что это другая реальность, совсем не наша Земля, но если сравнивать с нашей Землей, с нашей реальностью, допустим, что первое путешествие происходило, ну, грубо говоря, в таком месте, как Англия. Потом мы подошли к берегу океана, судя по всему, даже, а не моря. И оттуда мы уже отправились на нашей вот, ну, яхте, грубо говоря. Теперь мы подошли или прошли Северный полюс. Фишка в том, что куда мы направляемся. Вот что интересно. У нас же должен быть какой-то... То есть до этого, когда мы путешествовали на Акомативе, мы направлялись к морю или к океану для того, чтобы попытаться найти выживших. Но смотрите, что происходит в течение второй игры. Мы находим места, целые подводные станции, но это все одно сплошное кладбище. Ветер, зачем ты такой изменчивый? И так, немножко еще надо подрегулировать. Ну, нам просто тут нет смысла идти малым ходом. Тут очень большие пространства, которые лучше преодолевать полным ходом. Вроде ничего такого нет. Топливо у нас немножечко в запасе имеется, чтобы идти подводным путем. Оп, регулируем. Мне кажется, да, мы сейчас подойдем к, или к леднику, или просто к берегу какому-то. Если потом будет третья часть, на которой в третьей части нам придется путешествовать под парусом на снегоходе. Нет, ладно, ладно. О, смотрите, что-то прям камни очень близко. О, радар заработал. Где, что? Впереди под нами. Стой. Пущу-ка я, наверное, на минуточку парус.
Насколько далеко? Далековато. Ладно, поднимем парус, но попробуем пойти. Мне кажется, я могу сейчас зацепиться за эти скалы немного, лишь бы парус не порвать. Вот так, мы двигаемся, двигаемся, хорошо. Просто чтобы он параллельно с нами был. Потихонечку идем, да, хорошо. По флажку видно, что мы идем там примерно средним ходом. Сохранение прошло. Вещь, которая нам нужна почти что под нами. Ладно, давайте. О, там буёк. Отлично. От буйка всегда идет цепь, так что я, по идее, не должен бы заблудиться. Сейчас посмотрим. Мы же играем за пингвины, и все равно холодную воду. Но у нас часто цепь является ориентиром. А, это большой груз. Почему они... Нет, может, они отличаются как-то на радаре, просто я их не могу отличить, но... Нет, не сюда. Мой корабль меня же поймал. Давай. Берем гачок и поехали. Ну, мне сейчас, когда мы об этом поговорили, мне стало прям... реально интересно, какова же наша финальная цель. То есть изначально я предполагал, что это найти выживших, найти где-то... Ну, кстати, это то, чем мы занимаемся в этой части. Мы попадаем на разные станции, в разные места, вон шахтерское поселение, потом там, где были подъемные краны. Мы ходим по всяким таким местам, где, по идее, кто-то должен быть, но там никого нет, вообще никого нет. Единственный человек, которого мы нашли, это был такой же путешественник, как мы. Мертвый только. На своем корабле, который просто застрял во льдах. И, видимо, у него просто закончилось топливо. Если там сейчас будет просто один сверточек чего-нибудь, это будет нечестно. Там просто один сверточек. Радар, кстати, продолжает работать. Или нет? Нет, радар утих, как только мы вытащили. Ладно, мы, если на парусе, на полном ходу мы сможем пройти этот буёк, чтобы не заводить двигатель. Не хочется его раскочегаривать сейчас, это много топлива забирает. Опа! Я думаю, продавливаем. Да, продавили. Даже особо не двигая парус. Но этого хода нам хватит. Мы почти полным ходом идем таким образом. О, буй. О, бой. О, буй. Да, неплохая игра слов. Так, парус у нас не повернут. Хорошо, не повернут. Потому что, мне кажется, об эту скалу мы бы его сейчас просто и задрали бы. Стоп. Это... Мы просто в эту скалу врезались. Так, минус парус, минус мачта. Давайте складываем. Видимо, дальше у нас предстоит подводное путешествие. Эть. Нас не пропустят. Нас не пропустят. Стоим на регулировку. Погрузимся на определенную глубину, потом посмотрим, как нам действовать. Потому что я хочу запустить двигатель уже, когда будет точное понимание, куда нам надо. Красиво, кстати. Обалденно красиво. Кстати, что-то есть, прям недалеко от нас. Что тут может быть?
показывали, что что-то сверху есть, но... Стой! Это же наши вещи, которые с задней палубы раскидала, что ли? Я оставил на задней палубе две вещи. Где вторая? Она всплыла просто, да? Она просто где-то всплыла и плавает, а вторая, ну, третья находится ниже. То есть эти две вещи были чисто... Я что-то забыл их сложить. Оно просто... Ой, забейте. Вот это глупость. Где ты? Ну, где мне теперь тебя искать? Сейчас я отдалил экран. Вот это? Ага. Какая глупость. Я их закинул просто такой на заднюю палубу. А, норм. И все, я забыл, что задняя палуба тонет. Боник вниз. Давай, давай. Опа, и ты вниз. А ты не вниз. И еще вот ты вниз. Все, так. Теперь внизу. Ну, теперь дальше погружаемся, и там... Там что-то будет. Воу-воу-воу-воу-воу. Корму начала немножечко дергать. Опа. Давайте я, наверное, пешочком сгоняю, гляну, что там. Потому что мы сейчас заведем двигатель, и глушить я его уже потом не хочу. Мне проще... Ох ты ж, ёпперс это! Вот это тут навигацию надо будет делать. А где... То, что мое. Не-не-не, все, возвращаемся. Я не знаю, что бы оно могло быть, но... Посмотрим на картину сдалека. Да, нужно будет сейчас растапливать движок. У нас и так стоит малый вперед. Нужно будет стоять на регулировке глубины и потихонечку балансировать между всем этим. Тут в траве ничего нету. Такие звуки, блин. Вот совсем. О! Так, спустись. Пока что на этой глубине идем. Я не хочу сильно ход прибавлять. Потому что мне сейчас придется... Так,
подтопляем. Нет, 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 еще не подтопляем, стой. Сейчас начинаем подтапливать. Оно очень чувствительное. Вон эта вещь. Я ее явно пропустил. Сейчас. Быстренько, быстренько. Выпустите меня. Я ее сразу же и запихну. А радар продолжает работать. Нет, 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 нет. Подтапливаемся. Вещи. Почти ровно. А меня это настолько замедляет, да? Да, что я не могу двигаться дальше. Так, сохранение прошло. Стоп, машина. Погружение. Давайте погрузимся на эту глубину. Не надо только меня сейчас хвостом бодать, ладно? Ну, чтобы мой хвост... Нет, 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 сюда, 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 сюда. Оп, 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 оп. Все собрали. Положили. Эй. Как оно интересно, не дотонуло чуть-чуть. То есть на такую глубину оно погрузилось, но ему не хватило буквально там чуть-чуть, чтобы утонуть полностью. Необычно. Давайте сразу выставим положение на малый вперед. Стой. Да? Да отпусти ты ее. Так, стоп, кочегарку еще немножечко. Давай, малый назад.
стоп-машина. Продуваем кингстоны. Нет, стой! Вроде так. Я сейчас к себе какую-то дополнительную систему смогу подключить. Может, мне для этого полностью всплыть надо? Давайте попробуем. Так, эта штука отсоединилась. Покажите меня, пожалуйста, почему я уехал за кадр? Интересно наверху. Ну и как еще подвинуть ту штуку, я не знаю. У меня же только канат есть, и все. О, начинаешь тормить. А он наверху творится. Да нет, нормально все вроде. Ну, возле водопада. Жаль, что оно так оторвалось, отцепилось. Мне кажется, я что-то неправильное делаю. То есть оно должно было сработать сразу. Так, это здесь, это здесь. Давайте посмотрим, сможем ли мы его поднять. Если это сработает только когда я наверху, то это немножечко странно на самом деле. Ну, как на мой взгляд. Тут есть лесенка. Стой, 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 да отцепись ты. Где я? Я застрял. Я застрял, я серьезно говорю, застрял. Не, это какой-то баг. Меня не видно, я застрял. Погодите, ребят. Так, ребят, да, это был баг, насколько я понял. Я заново сейчас прикрепил. Не знаю, как это работает, или будет работать, или еще что-то. Вроде тянем. Пойдемте, я нырну, посмотрим, что мы там тянем и как мы тянем. Или мы просто застряли, и оно не тянется. Я не знаю, как это все происходит. Там катушка, кстати, работает. А, мы отломили этот кусочек. То есть нам не надо...
я не пойму до конца, нам надо было всплывать, не надо было всплывать. То есть что-то произошло, мы этого просто не заметили, потому что... Да. Ладно, погружаемся. Стойте, знаете что, вы видели там воздушный шар? Это, конечно, глупо, но прикиньте, мы сейчас пристыкуемся, и нам дадут воздушный шар. Да нет, да не может быть, у нас не тот вес. Хотя, с другой стороны, возможно, все. Поехали, погружаемся. Мне кажется, нас нужно теперь уложить в это вот место освободившееся. Почему такое погружение медленное? Ну ладно, хорошо. Мне, наверное, просто кажется, потому что, ну, вроде как раньше мы быстрее погружались, но опять же говорю, мне, наверное, просто кажется. Ну-ка, ладно, ладно, мы тут проходим? Нет, мы тут не проходим. Нужно будет немножечко поманеврировать. Так, отпускаем. Оп, движочек. Разгоню до синей зоны, чтобы у меня было побольше запаса времени. Так, назад. Стоп, машина. Погружение. Малый вперед. Да. 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 Мы теперь куда можем? Туда? Стоп, теперь, наверное, нужно назад. Так, как раз движок заглох. Сейчас. А, это мы сейчас надуваем. Мы сейчас нашими выхлопами надуваем. Серьезно? Ох ты ж, блин. Ох ты ж, блин. Я был прав. Нам реально дают воздушный шар. Мы теперь воздухоплаватели. О, вот это эмоции. Аэронавт, ачивка. Мне кажется, что воздушный шар — это не тот модуль, который будет с нами всегда. Мы его сейчас используем, и, наверное, нам придется его оставить. Но как же это круто! Нет, погоди. Мне дадут управлять?
Секундочку, может парус поднять? Кстати, да, по-моему, это будет единственный верный способ передвигаться сейчас. Да, мы движемся. Я думаю, таким образом мы набираем высоту или теряем высоту. Посмотрите на это. У нас сейчас это почти что ульта наберется. Как бы движок не перегреть, но в принципе нормально. Мы что, опускаемся? Ну, кстати, видимо, да. Ну, это уже предусмотрено, грубо говоря, сценарием. Не отпускает. Нет. Прошло. Давайте тогда, ребятки, на этом остановимся. Пока мы не потеряли момента, пока мы не потеряли, ну, как бы, крутящего момента на двигателе, пока у нас паурус, пока сохранение, пока все хорошо. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.